Как вы уже наверняка догадались, именно так происходит внесение минеральных удобрений на поля хозяйства. Вначале минеральные удобрения разбрасываются по полю при помощи самоходного опрыскивателя «Туман-3», а затем они заделываются в почву бараной ротационной «БР-12». Самоходный опрыскиватель «Туман-3» с модулем для разбрасывания удобрений имеет максимальную производительность до 50 гектар в час. Объем бункера для удобрений вмещает в себя 2500 кг сухих гранулированных удобрений. Ширина разбрасывания удобрений до 28 метров. Доза внесения удобрений настраивается в диапазоне от 30 до 390 кг на гектар. Благодаря широкопрофильным шинам низкого давления, удельное давление на почву не превышает 0,8 кг на сантиметр квадратный. Максимальная скорость движения по полю при разбрасывании достигает 35 км в час. Производитель опрыскивателей «Туман» и модулей к ним является компания «Пегас Агро», расположенная в городе Самара. Для того, чтобы получить максимальный эффект от разбрасывания удобрений, их следует перемешать с поверхностным слоем почвы. Поэтому следом за разбрасывателем в поле выходит два агрегата под названием «Барана ротационная БР-12». Данная барана предназначена для поверхностного рыхления почвы и уничтожения сорняков при весеннем послепосевном и послевсходовом бароновании. Разрушается верхняя корка почвы, создается мульчированный верхний слой, эффективно сохраняется влага, создаются благоприятные условия для развития корневой системы растений, а в данном случае еще и заделываются удобрения, лежащие на поверхности. Рабочим органом бараны являются диски, на которых расположены зубья. Всего таких рабочих органов на баране имеется 124 штуки. Расстояние между ними 92 мм. Рабочая ширина захвата бараны 11,5 метров. Глубина обработки от 30 до 60 мм. Производительность данной бараны достигает 18 гектар в час. Максимальная рабочая скорость до 15 км в час. Агрегатируется барана ротационная с тракторами тягового класса 2. В данном случае данные бороны работают с тракторами Massey Ferguson 6713. Производителем бараны ротационной БР-12 является компания «Башагромаш», расположенная в городе Стерлитамак, Республика Башкортостан.